Здравствуйте. Здравствуй, Шарабанин. Садись. Держи. Пойдешь в поселок? Можно. 25-го ты должен быть там. Не поспею. Шибко трудно идти будет до первого снега. Опоздать нельзя. Все. Не опоздаю. Снег выпадет, встану на лыжи и пошел. Напрасно ты, Баргас, разбудил меня. Сон хороший пришел. Горностая видел. А ты сон спугнул и горностая спугнул. Ну что ж, пойдем, Баргас.
случилось? Кто-то не захотел зайти к нам. Почему? Ночь прошла. Таежный человек шел. Вы же подбили камусом и без палок шел. Тут он лежал. Видать, долго лежал. Почему к нам он не пришел? На снегу лежал и огня не разводил. Здесь. Однако опасно ходить стало по тайге. Здорово, Пахомыч. А, здравствуй. Что, Пахомыч, холодновато? Ничего, не привыкать. А я, Пахомыч, спать пошел.
сегодня ночью в экспедиции номер 87 убит профессор Кочнев. Его нашли мертвым в кабинете начальника экспедиции Винокурова. А из сейфа Винокурова исчезли 50 тысяч рублей. Профессор, кажется, заканчивал работу над геологической картой редких ископаемых. Не заканчивал, а закончил. Эта карта привлекает особое внимание некоторых иностранных разведок. Вы, кажется, знаете Винокурова? Да. Во время войны мы вместе с ним были в тылу врага. Вылетайте к нему, начинайте расследование. Я готов, товарищ полковник. С вами полетят судебно-медицинский эксперт, радистка Эверстова и лейтенант Петренко. Петренко? Да, молодой офицер недавно прибыл. Был летчиком. Роман Лукич, дело это особой важности. Ясно. Держите все время связь со мной. Есть. Ну, действуйте. А где хранится карта Кочнева? У меня в кабинете, в сейфе. Она цела. Угу. Послушай, Яков Степанович, какие у тебя были основания задержать электромобиль? Убийство. Сторож видел Васина около конторы. Так. Когда все сбежались по тревоге, Васина не оказалось. В кабинете нашли его отвертку. Вообще он тип подозрительный, пьянец. Грозился, что бросит работу, уедет. Где его задержали? Дома. Лежал на кровати в верхней одежде пьяный. А он не притворялся пьяным? Черт его знает. Вообще он редко бывал трезв. Угу. Обыск в квартире производили? Не решились. Да и чего искать? Дурак он, что ли, прятать такие деньги у себя в доме? Допустили ошибку. Конечно, обыск надо было произвести. Можно? Входите, доктор. Акт готов. Подпишите. Как прилетите, сразу же передайте акт полковнику Грохоту. Понимаю. Яков Степанович, надо проводить доктора к самолету. Товарищ Белолюбский. Есть, сейчас организую. До свидания. До свидания, товарищ Винокуров. Товарищ лейтенант, возьмите понятых, произведите обыск в квартире Васина. Слушаюсь. При обыске должен присутствовать Васин. Понимаю. Разрешите идти? Идите. Проводи меня в твой кабинет, Яков Степанович. Пойдем. Кто-нибудь из посторонних в поселке есть? Никого. Спасибо, Яков Степанович. А теперь подошли сюда, сторож. Хорошо. Thank you.
котором часу вы услышали выстрел? Часов у меня нет. Ну, приблизительно. А дело было сразу после полуночи. Где вы находились в этот момент? У меня два объекта. Контора и магазин. Хожу то туда, то сюда. И вот только я подхожу к магазину, как вдруг слышу бабах. Ну, я побежал и начал колотить в рельсину. Понятно. Говорят, что незадолго до выстрела вы видели кого-то у контора? Точно, видел. Проходил монтер Васин. Так. Как всегда, под хмельком. А вы уверены, что это был Васин? Ну, а как же? Он же поздоровался. Поздоровался? Точно. Он сказал, здорово, Пахомыч. Ну что ж, спасибо, дедушка. До свидания. Ну что? Деньги нашел. Где же они? Лежат в печке. Вы их не взяли? Не решился. Уж очень странно лежат. Интересно. Ну-ка, пойдем. Вот видите, как лежат? Зола не тронута. Как же они сюда попали? Получается, положил деньги, а потом затопил печку. Ловко замаскировал. Я их поэтому-то не взял отсюда. Во всяком случае, понятно только одно, что они оказались у него в доме. Ну-ка, пойдем. Все ясно, товарищ майор. А по-моему, не все, товарищ лейтенант. Любопытно. Очень любопытно. Вот что. Найдите Замятину и приходите с ней в контору. Да. А я допрошу Васина. Как деньги попали в ваш дом? Понятия не имею. Значит, святым духом попали. Как хотите, так и считайте, а я денег не брал. Ну, а что вы делали ночью около конторы? Гулял. Гулял? Ну, выпил, конечно, немного и вышел подышать свежим воздухом. Никого, кроме сторожа, не видели? Нет. Ваша? О, черт, а я-то ее искал. Почему она оказалась в комнате профессора? Да я вчера после работы у него там розетку менял. Да. Ну и забыл, значит. А какой у вас дымоход? Что? Я спрашиваю, какой в вашей печке дымоход? Прямоточный или с коленами? Кажется, прямой. Точно прямой. Только при чем здесь дымоход? Я никого не убивал, денег никаких не брал. И что мне пришивают, не пойму. И все же подумайте. Мы еще поговорим. Яков Степанович. Уведите задержанного. Роман Лукич. Да? До твоего приезда я никого не выпускал из поселка. Но мне очень нужно отправить Белолюбского на перевалочную базу. Получить 10 ящиков стекла. Хорошо. Мы это решим. Документы оформлены? Да-да. Какой ужас. Скажите, Зинаида Николаевна, у вас всегда хранилась карта в сейфе? Всегда в сейфе. А у кого хранилась печать? У меня.
Скажите. Да. Кто опечатывал футляр? Я. Что? Это не наша печать. Я опечатывал футляр вот этой печатью. Это карта? Она. Так, это что? Мы никогда не прикалывали карту кнопками. А как вы работали? Пользовались грузиками. Скажите, кроме вас и Кочнева, имел кто-нибудь отношение к карте? Никто. Так. А что здесь делал вчера электромонтер Васин? Менял розетку. Так. Спасибо, Зинаида Николаевна. У меня больше вопросов к вам нет. Карту сфотографировали. Да. Это, конечно, предусмотрительнее, нежели красть. Хорошо, что они задержали Васина. Да. Все-таки странная история. Ты подумай сам, что же получается. Сначала поздоровался со сторожем, потом пошел убивать. Чтобы спрятать деньги в собственную печь, залез на крышу и бросил их через трубу. Так вы странно. Вы думаете, что это не он? Кушайте, кушайте. Спасибо, спасибо. Яков Степанович. Здравствуй, Иннокентий Назарыч. Здравствуй, здравствуй. Здравствуйте, Яков Степанович. Здравствуйте. Сколько же мы с тобой не виделись, Иннокентий Назарыч? Долго. Ну как, дочка? Как жена? Спасибо. Помнит старика? Помнит. Дочка недавно спрашивала, когда дедушка Бакадыров белку привезет. Да, да. Обязательно привезу. Яков Степанович, а я все это к вам. Относительно стекла. Ох, да-да-да. Роман, ну что же делать со стеклом? Не беспокойтесь, товарищ. Я свяжусь с базой, попрошу, чтобы вам оставили. А, ладно. Так вот. Так значит, хорошо себя чувствуешь, Иннокентий Назарыч? Спасибо. Я ведь по делу пришел к Якову Степановичу. Не знал, что ты тут. Поселок пришел Шароборин. Шароборин? Его след привел меня сюда. Он 5 месяцев в розыске. Он отдыхал недалеко от моей избы. На снегу. Так. Огня не разводил. А в избу не нашел. Ты знаешь, так в тайге не бывает. А почему ты решил, что это именно Шароборин? Узнаешь? Твоя трубка. Эту трубку украл у меня Шароборин. А теперь я ее нашел на его следу. Спасибо, Иннокентий Назарыч. А может быть, Шароборин, не задерживаясь здесь, прошел дальше? Тогда за поселком должен быть малый след. Это легко проверить. Я ведь приказал никому из поселка не уходить. Ну что, никого не нашли? Все-таки Иннокентий Назарыч не ошибся. Шароборин здесь. Утром снова его нужно искать. Нет. Утро ждать не будем. Надо искать сейчас. Обойдите вокруг поселка и осмотрите, нет ли свежих следов. Правильно. И я с ними пойду. Хорошо, идите. Товарищи, давайте разделимся. Поскольку лейтенант наших мест не знает, вы вдвоем обойдите поселок со стороны леса. А я обойдусь с другой стороны. Так будет быстрее. Ну что же, я не возражаю. Ну, пошли. Яков Степанович. Да? Откуда тебе известно, что на базе есть стекло? Белолюбский сказал. Смотри. Экспедиции известно, на базе стекла нет. Поступит началом навигации. Это ошибка. Яков Степанович, давно Белолюбский тебя заместителем? 3 года с лишним. Откуда он к тебе приехал? Из бухты Тикси. А что он там делал? Работал главным диспетчером порта.
Надюша! Да. Свяжитесь с Тикси. Вылезай! Кто разбудил? Бакадыров пришел. Бакадыров? А что? Дурак, не надо было трубку терять, вот что. На след напал. Майор тебя ищет. Где Белолюбский? Он сейчас придет, мы условились. Боюсь, что не придет. Вот где Белолюбский прятал Шароборина. Ушли они. Ну, кто бы мог думать, а? Яков Степанович, быстро 4 оленьих упряжки. Есть. На сборы 30 минут. Есть. Гриша, освободи Васина. Слушаюсь. Ты что, заплутал? По что заплутал? А чурская изба там. Вижу, путь короче. Олени хорошие у него есть. Так его в озеро довезут. А вот как их возьмешь у него? Не дать может. Не даст, сами возьмем. Пошли. Ага, пошли. А что случилось у вас? Зачем вам олень? Наши устали. А мы везем муку для экспедиции. Много? Двое нарт. Ты колхозник, должен понимать. Выручай. Выручать надо, а документы есть? Документы есть. А это со мной. Раненый лежал. Крови много. Однако следы ведут к избе колхозника Ачурова. Не с ними ли беда случилась? Поехали мы на двух нартах. Угу. Тот, что со мной сел, пырнул меня ножом. Подожди. Держите, Гриша. Ложитесь. Ну вот и все. Спасибо. Ты знаешь их? Лежи, лежи. Ну? У одного проверял документы. Угу. Белолюбский. А другого называли Шарабориным. Так. Посмотри, оленей. Лежи, лежи. Пойдем, Багархас. Пойдем. Ясно. Все.
Кушать садитесь. Спасибо, хозяюшка, некогда. А как же, на дорогу кушать нужно. Нам спешить надо. Теперь они на оленях. Молодец, Иван, достал оленей. Если вовремя придем на Кривое озеро, заберу тебя с собой. Довольно тебе по тайге шататься. Возьмешь, не ошибешься. Все думают, Шароборин так. Ошибается маленький Василь. Шароборин большой счет имеет. Шароборин пригодится. Знаю. Ехать надо, Иван. Боюсь, майор по следу идет. А мы проверять будем. Как проверять? Петли сделаем. Вернемся назад, поглядим, нет ли чужих следов. Давай. Что-то они задумали. Однако недавно здесь были. От силы 2 часа. Как думаешь, без отдыха олени выдержат? Выдержат, Роман Лукич, выдержат. Ясно. Маленько идут за нами. Много их. 4 или 5 нарт. Что же делать? Что же делать? Пурги ждать? Откуда пурга? Будет пурга. Примета есть. А пока по кругу бегать? Нельзя. Нагонят. Нет. Вот так надо ходить. Вот так надо ходить. Вот так. Пока пурга следы не скроет. Восьмерки. Ага. 2 круга лучше одного. Путать их надо. А озеро опоздать нельзя. Не должны. Пурга выручит. Пошли, пошли, пошли. Путают они нас, черт возьми. Опять сюда приехали. Они проверили, преследует их или нет. Роман Лукич, а теперь восьмерку будут делать. Звериная хватка. Какую восьмерку? Враги хитрые, сынок. Они думают так. Будем крутить восьмерку, пока пурга будет. А тогда бросим восьмерку, и след пропал. Если они задумали восьмерку, то опять придут сюда. Верно, придут. А вот это нам и нужно. Ты, Иннокентий Назарыч, с Надюшей останетесь здесь, в засаде. Угу. Появятся они, бейте по оленям.
Далеко им пешком не уйти. Жалко, однако, оленей бить. Ничего не поделаешь. А если они не придут сюда? Возможно. Вот поэтому мы с тобой пойдем по их следу. Я, однако, хорошо знал твоего деда. Честный был человек. Хороший охотник. Вы с ним в Красной армии вместе служили, да? Тогда еще была Красная гвардия. Мы в одном отряде воевали. Белобандитов вместе били. А ты, доченька, помнишь деда? Дедушку? Угу. Очень хорошо помню. Хорошо метет. Хорошо. Иди на Кривое озеро, бросай восьмерку. Рано еще, однако. Снег больно глубокий. Много нас снег. Пошли. Никого нет. Нет. Поехали. Нельзя. Проверять будем. Смотри. Оленя не надо. Пусть стреляй. Там один мы его и так возьмем. Засада. Чучело посадили. Веди, дочка, моих оленей. Сейчас. А может, и там кто? Бросать надо восьмерку. Бежать надо. А ты, Надюша, останешься здесь. Да что вы, дедушка? Одного я вас не пущу. Их двое, а вы один с охотничьим ружьем. Нет, я еду с вами. Ну ладно, поехали. Гори, дедушка, гори! Сколько нас? Одна. Одна? Скорей, дедушка, скорей. Давай. Надюша стреляет. Ушел. Метет. Доченька. Что?
Что вы говорите, дедушка? Дедушка, что вы говорите? А, Баркас, Баркас, а, друг мой. Иннокентий Назарыч. Преследование врага. Метет пурга. При первой возможности возобновлю погоню. Шелестов. Все. Ничего не понимаю. Что ты там не понимаешь, Миша? Роман Ильич, куда же они идут? Ведь тут же безлюдье кругом. Трудно сказать. Может быть, где-нибудь на глухом станке их ждет свой человек. Сейчас они отсиживаются, а кончится пурга, побегут дальше. Да, но как же мы их теперь найдем? Ведь пурга замела следы. Мы поступим так. Вот река. Так. От нас до нее 5 километров. Вы вдвоем пойдете на северо-восток. Я на северо-запад. Дойдем до реки и повернем навстречу друг другу. Вот где-то в этом секторе мы пересечем их след. А если не пересечем? Это исключено. Они все время бегут на север. Если вы первые обнаружите след, ждите меня. Хорошо. Недавно прошли. Не больше часа. След совсем свежий. Поехали. Пока подоспеет Роман Лукич, мы их догоним. А что сказал Роман Лукич? Вы помните? Ну, странно вы рассуждаете. Он только похвалит нас, если мы их догоним. Но приказ есть приказ. Нельзя ехать. Но они же уходят. Я приказ нарушать не буду. И никуда не поеду. А давай. Гриша! Гриша! Thank you.
что вы молчите? Ну, скажите хоть слово, ругайте, что ли, то легче будет. Но я не хочу, чтобы вам было легче. Дайте мне, пожалуйста, чай. Очень трясет. Осторожней. Очень горячо. Простите. Не хочу больше. Товарищ майор. Что случилось? Ваше приказание не выполнено. Пусто. Никого нет. Пойдем в избу. Оленям отдыхать надо, а то подохнут. Ошибки бывают разные. Понимаю. И все-таки, если мне вновь предложат взять вас к себе в помощники, я откажусь. Товарищ майор. Все. Башка гуляет. Пригласи. Ну, а дальше что? А дальше убежали мы из лагеря с Серегой. Только я-то местный, а он из Желудки. Поплутали мы по тайге, раз просыпаюсь. Нет, Сережи. Убежал. Ага. Обратно в лагерь. И соображаю. Пожалуй, наслед наведет. Догнал все-таки и... Их, Серега, Серега. Ну вот что, Иван. Отдохнули? Поехали. Куда поехали? Олени устали. Отдыхать надо. Отдыхать некогда. Сегодня вечером должны быть на Кривом озере. Завтра будем. Сегодня не будем. Как не будем? Да ты что, смеешься, что ли? Во что смеешься? Есть пусть короче. Что ж ты молчишь? Да не годится. Шибко трудный. Какой? Вдоль сопок. Седьмая, седьмая сопка, село гора. Ее перевалить сразу озеро. Да олени шибко худые, по очереди ехать надо. Одному ехать, другому маленько на лыжах сзади, а то подохнут. Вот так ехать как раз к утру будет. А двоих, ты думаешь, к вечеру не довезут? Дорога шибко трудная. Снег глубокий, подохнут. Дохнут. Ну что же, закусим еще, Иван. Время есть. Хороший ты, Василий. Хороший.
Василь. 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 Василий! Василий! Ты... Ушел. Бросил. Бросил, кривая душа. Ты думал, я прикрою тебя от майора? Ошибся маленько. Жилуху пойду. Ой, дорогой пойду, что никому меня не словить. А майору я гостинчик приготовлю. Никого нет. Опять ушли. Багархас. Вперед, Багархас. Иди, Багархас, иди. Нет, нет, я сама. Ничего, ничего. Да вы же меня не донесете. Кто? Я не донесу. Стойте! Отойдите! Отойдите. Старый бандитский прием. Разожгите камелек, позаботьтесь о Надюше. Такое получается, товарищ лейтенант. А что получается? Тогда вы меня чуть не утопили, а теперь вот под самострел подставили. Ведь вам очень хочется моей смерти. Эх, Надюша, Надюша. Вы как себя чувствуете? Ничего.
Гриша. Да. Они пошли в разные стороны. Как в разные? Так, в разные. Один на оленях пошел на север, другой на лыжах на запад. Причем на оленях ушел часа два назад, а на лыжах совсем недавно. Я пойду по нартовому следу, а ты пойдешь по лыжному следу. Ясно. Далеко он не ушел. Собирайся. А я, Роман Лукич? А тебе придется остаться здесь. А вернется лейтенант, вместе с ним поедете по моему следу. Я сейчас могу ехать, Роман Лукич. И все же тебе лучше полежать, Надюш. Роман Лукич. Нет, нет. Я тоже так думаю. А меня не интересует то, что вы думаете. Разрешите выполнять? Выполняй. Только будь осторожен. Обдумывай каждый шаг. Ясно? Ясно. Иди. А вы все еще сердитесь на него? Да нет. И правильно. Останется с тобой. Руки вверх. Thank you.
что случилось? Нет, нет, ничего не случилось. Я... Ну зачем же вы встали, Надюша? Ну, я совершенно здорова. Надюша. Пошли! Пошли! Пошли, пошли! Мы должны быть на Кривом озере ровно в час. Будем. Оно, Кривое озеро. Видно, отдыхал, но с нарт не сходил. Товарищ майор. Подожди, Гриша. Старый знакомый. Молодец, Гриша. Обыскал? Ничего нет. Молчит? Молчит. А вот Белолюбский ушел через перевал. Роман Лукич, разрешите мне? Нет. Объезжайте гору слева. Будьте осторожны. Отсюда виден человек.
У подножья буду вас ждать. Вот теперь пора. Подожди. Багархас, чужой. Снять его. Кривое озеро. Назовите пароль для встречи самолета. Надюша, останься здесь. Слушаюсь. Товарищ майор. Ну как, Гриша? Сможешь? Роман Лукич. Готовься к взлету. Слушаюсь. Ну что, далеко убежал один. Зато полетим вместе. Собака ты. Отлично. Передавайте. Операция закончена. Захвачен самолет без опознавательных знаков. Нахожусь на Кривом озере. Сейчас вылетаю. Подробности доложу лично. Шелестов. Все. Передайте, Надюш, Яков Степанович,
что олень оставлен на Кривом озере. Хорошо. Готов. Давай, Гриша.